Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Эфирде «Сәлем семей» бағдарламасы. Студияда мен Лейла Маудатова сіздермен бірге эфирде 3 сағатты өткізетін боламын. Сағат 11:30-да біздің телевикторина басталады. Бүгін 29 қазан, сейсенбі. Бүгінгі күнге ауа райын болжамын білейік. 29 қазанға арналған ауа райына болжам. Қарауылда күн ашық, күндіз плюс 15, түнде плюс 7 градус. Абралда ашық күн күтілуде, күндіз плюс 14, түнде плюс 5. Бесқарағайда күн ашық, күндіз плюс 16, түнде плюс 10 градус. Бородулихада ашық күн күтілуде, күндіз плюс 15, түнде плюс 10. Қалбатауда күн жауын шашынсыз, күндіз плюс 16, түнде 9 градус, нөлден жоғары. Көкпектіде жаңбыр жауық, темал күндіз плюс 15, түнде плюс 3 градус. Үржарда күн ашық, күндіз плюс 14, түнде плюс 3. Ақсуата күн жауын шашынсыз, күндіз плюс 17, түнде плюс 2 градус. Аягөзде ашық күн күтілуде, күндіз плюс 13, түнде плюс 5 градус. Курчатовта күн ашық, күндіз плюс 17, түнде плюс 11. Өскеменде жаңбыр, күндіз плюс 13, түнде плюс 5 градус. Семейде ашық күн күтілуде, күндіз плюс 17, түнде 10 градус, нөлден жоғары. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире «Салем семей» в студии Лейла Маудатова. И вместе с вами мы проведем 3 часа. Ну а в 11:30 начнется наша телевикторина, в которой каждый из вас может выиграть очень интересный, уникальный приз. Сегодня 29 октября, вторник, и давайте же узнаем, чем запомнился этот день в истории. В 1607 году Арман Жан-Дю Плесси, герцог де Ришелье, защитил диссертацию в Сорбоне на степень доктора богословия. В 1863 году на международной конференции в Женеве, Швейцария, основан Международный Красный Крест. В 1900 году родился Александр Александрович Реформатский, российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, один из представителей Московской фонологической школы. В 1924 году появился на свет Айтмухамед Абдуллаевич Абдулин, геолог-поисковик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан. В 1949 году в городе Усть-Каменогорск основан Ульбинский металлургический завод. Входит в состав Национальной атомной компании «Казатомпром». В 1972 году родился Дмитрий Анатольевич Скирта, казахстанский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист Республики Казахстан. В 2000 году футбольный клуб столицы ЖНС стал чемпионом страны по футболу. В 2012 году Microsoft представила мобильную Windows Phone 8, второе поколение операционной системы Windows Phone от Microsoft. Уважаемые телезрители, тема сегодняшней нашей программы является «Лучше беречь здоровье, чем лечить недуг». И у нас в гостях сегодня врач, заведующий отделением семейного здоровья Гюзель Нигматуллина. Здравствуйте, Гюзель. Здравствуйте. Как вы начали сегодняшний день? Как ваше настроение? Спасибо большое. Настроение замечательное. В этом году погода нас балует. Осень теплая, очень красивая. В соответствии, раз настроение хорошее, то и приятно говорить о здоровье наших жителей. Но сейчас осень и погода немного обманчивая, и есть большая вероятность заболеть. Может быть, расскажете о мерах профилактики, чтобы сберечь себя?
Да, действительно, вероятность заболеть острыми респираторными заболеваниями в настоящее время очень большая. Угу. Погода переменчивая, сейчас очень ветер у нас в городе, и поэтому нужно одеваться соответственно, обязательно соблюдать гигиену, и можно провести профилактические мероприятия, такие как иммунизация, сделать прививку от гриппа, которая проводится в каждых поликлиниках нашего города. Угу. Но есть люди, которые боятся делать прививки и всячески их избегают, опять же, от кори, от гриппа, вот все прививки они избегают. Скажите, пожалуйста, это ведь не вредно, наоборот, необходимо проводить такие мероприятия? Да, такие мероприятия нужно обязательно проводить для предупреждения серьезных осложнений, которые таятся в нелеченных заболеваниях. Очень много осложнений кори, такие как коревая пневмония, очень много проблем в соответствии со здоровьем бывает у тех людей, которые не привиты. Мало того, непривитые люди, они могут являться источником инфекции и заражать других окружающих. Сейчас, в настоящее время, даже проводится такая программа, что непривитых детей не принимают детские сады, или родители настроены негативно в отношении непривитых детей, потому что они оберегают здоровье своего ребенка. Поэтому я считаю, что эта программа всегда работала, и работала очень хорошо, программа иммунизации. И прививать своих детей, и самим прививаться нужно обязательно. Угу. Ну а также нам есть необходимость поднятия уровня иммунитета. Какие советы вы можете дать по этому поводу? Для начала я хочу сказать о гигиене. Нужно соблюдать правила личной гигиены. То есть нужно тщательно мыть руки по специальной программе, европейскому стандарту. Как правильно мыть руки может научить любой медицинский работник. Сейчас очень широко распространена эта программа. Кроме того, нужно соблюдать здоровый образ жизни, утром, соответственно, делать гимнастику, отказаться от курения и приема алкоголя, и кушать хорошие продукты. Сейчас осень, очень много фруктов, овощей. Они изначально обладают витаминами и иммуностимулирующими свойствами. Поэтому диета, богатая фруктами и овощами, она тоже защищает наш организм от негативных влияний. Угу. А, вот так как вы работаете в отделении семейного здоровья, как часто поступают к вам люди именно вместе с семьей, приходят лечиться, или бывает там только дети придут, только родители, и кого больше, детей или взрослых? В нашей поликлинике, в нашем центре семейного здоровья очень много семейных врачей, врачей общей практики, которые лечат всю семью. То есть они ориентированы на семью. Ходят и дети, и родители, и бабушки, и дедушки. Лечатся у одного доктора. Это очень хороший метод, потому что бывают различные наследственные заболевания, наследственные предрасположенности. И врачу, который лечит и старшее поколение, и детей, легче ориентироваться и предупредить какие-то заболевания. Одинаковое количество и детей, и взрослых находится в данный момент в поликлинике ежедневно. Угу. То есть без разницы, кто больше всего подвержен, это все зависит, это индивидуально, да? Индивидуальная особенность каждого организма. Вот я хочу сказать, что раньше медицина была настроена на диагностику и лечение заболеваний, а сейчас направление нашего здравоохранения на профилактику заболеваний, то есть предупреждение. С этой целью создана скрининговая программа, то есть до того, как пациент попадает к врачу, он проходит в врачебный кабинет, где проводит обследование на такие социально значимые заболевания, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака, глаукомы. В соответствии, если один раз в год житель нашего города посетит поликлинику и доврачебный кабинет, все эти серьезные и страшные заболевания, которые ведут иногда необратимые последствия осложнений, они могут быть предупреждены, на ранних стадиях выявлены, своевременно оказана медицинская помощь и полностью оздоравливается человек. А скрининг можно пройти в любое время или в определенное время, когда вот объявляют акции на скрининги? Скрининги проводят круглогодично. Угу. Причем скрининг проводится с 8 утра до 8 часов вечера в каждой поликлинике.
То есть доступность пациента, ориентированность сейчас имеет особое значение. Кроме того, если бывают какие-то хронические заболевания у пациентов, вот, например, артериальная гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная сосудистая недостаточность, сейчас идет программа управления заболеваниями, то есть выявление на ранней стадии и позволяет управлять этим заболеванием, не доводить до осложнений или же оздоравливать пациента. А вот если у человека не получается пройти скрининги, ну, кто-то на работе задерживается и не сможет уйти с работы, отпроситься пораньше, а как он на себе может заметить раннюю стадию этих заболеваний? Ну, хоть какие-то симптомы уже проявляются? Если это артериальная гипертония и сахарный диабет, очень редко человек сам замечает раннее развитие заболевания. Онкологические заболевания протекают, как правило, бессимптомно. Симптомы появляются на более поздних стадиях. Для того, чтобы было удобно нашему населению, поликлиники работают и в субботу. То есть, если у него рабочий день полностью занят в течение 5 дней, то он может пройти скрининг в субботу. Смотровые кабинеты работают по субботам, и мужской кабинет, и женский кабинет. Все условия созданы для пациента. Но еще одна особенность нашей медицины, она появилась несколько лет назад, и я считаю это правильное, это солидарная ответственность. То есть, если раньше за все отвечал медицинский работник, за здоровье нашего населения, то сейчас равнозначная ответственность лежит и на самом пациенте. То есть его здоровье, наше, соответственно, здоровье в наших руках. Чем мы раньше обратимся в поликлинику, тем лучше будет для пациента. И раннее предупреждение заболеваний. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, в каждой поликлинике действует школа здоровья. Какая проблема интересует пациента, буквально в индивидуальном порядке есть специально обученные работники, которые рассказывают о правилах соблюдения здорового образа жизни, помогают пациентам, дают очень хорошие советы. И, соответственно, если пациент соблюдает эти советы, эти рекомендации, своевременно обращается к врачам, правильно выполняет рекомендации, назначения, то у нас в поликлинике по программе управления заболеваниями есть очень много пациентов, которые дают положительный, хороший результат. Не только субъективные, но и объективные данные. То есть это инструментальные методы обследования. Есть пациенты, у которых, например, хроническая сердечная недостаточность, фракции выброса были очень низкие, но из-за правильного самоменеджмента эти пациенты показывают очень хорошие результаты. То есть мы можем теперь управлять нашими серьезными заболеваниями. То есть это большая работа над собой у пациентов, да. Получается, и сила воли очень даже хорошо проявляется. То есть бывают такие случаи, когда вот человеку один раз сделали операцию, он после этой операции выздоровел, и все, он дальше не будет за собой ухаживать. А здесь важно, чтобы человек за собой ухаживал, да? Да. Да. Смотря, конечно, какая операция, но любая операция – это вмешательство в организм. И последствия должны быть контролируемые. А контролируемые не каждый пациент может сам решить, что ему нужно делать. Поэтому лучше с медицинскими работниками и персонально со своим лечащим врачом. Врач подскажет, врач создаст программу, по которой должен оздоравливаться пациент. И вместе с врачом пациент и врач в равной значимости будут преодолевать заболевание, управлять им. Если раньше, например, мы все знаем, что бич нашего государства – это болезни системы кровообращения, если раньше мы выявляли по скорой, доставляли с инфарктами миокарда или прединфарктными состояниями, сразу им оказывалось оперативное вмешательство, делали дорогостоящие процедуры, коронарографию делали, стентирование, шунтирование. Это уже мы факт имели, осложнение. То сейчас мы можем предупредить все вот эти процессы, то есть облегчить человеку жизнь, улучшить его комфорт, улучшить качество жизни и хороший настрой для нашего населения. Я думаю, это замечательная программа профилактической направленности здравоохранения. Единственное, что мы ждем поддержку от населения. Большую поддержку. Мы заинтересованы в здоровье нашего населения, как и в здоровье всего населения Казахстана. И теперь мы ждем ответную реакцию от наших пациентов. А для этого они должны всего лишь один раз в год посетить поликлинику и узнать о состоянии своего здоровья, получить полную информацию. Здорово. Спасибо вам. Возможно, у вас есть какие-то пожелания, советы нашим телезрителям?
Ну, я хочу пожелать нашим телезрителям, самое главное, конечно, здоровье. А здоровье бывает только тогда, когда у человека хорошее настроение. Утром, когда вы просыпаетесь, нужно радоваться жизни, настраивать себя на хороший лад. Все-таки организм человека – это химический имеет состав, и различные химические реакции происходят в нашем организме. Если позитивный настрой, то тогда организм перестраивается, и все проблемы со здоровьем отступают на задний план. Но надо не забывать о том, что многие заболевания протекают скрытно, и определить именно наличие заболевания может только профессионал, только медицинский работник. Один раз в год нужно как минимум обращаться в поликлинику, довериться своему лечащему врачу, и тогда все будет замечательно, прекрасно. Спасибо вам, желаем вам тоже крепкого здоровья, всегда прекрасного, хорошего настроения и всего самого лучшего, и, конечно же, успехов вам в работе, чтобы побольше пациентов выздоровели и забыли о недугах. Спасибо большое. Доброе утро всем, кто присоединился к нам на канале «Семей» в студии Лейла Маудатова. И вместе с вами мы проведем время до 12:30. Тема сегодняшнего дня «Лучше беречь здоровье, чем лечить недуг». Итак, какие же меры вы принимаете, чтобы не заболеть, сберечь свое здоровье, и какие меры профилактики вы предпринимаете? Многие стараются поднять иммунитет с помощью употребления фруктов, овощей в ежедневном рационе питания. Ну а кто-то часто посещает поликлиники, чтобы избежать болезни, и часто советуются со своим врачом. Такая вот сегодня тема дня. В первой половине программы у нас была врач Нигматуллина Гузяль, заведующая отделением семейного здоровья поликлиники номер 1, которая рассказала нам, как необходимо сберечь свое здоровье, что один раз в год нужно проходить медосмотры, скрининги, чтобы предупредить свое здоровье, чтобы сделать профилактические мероприятия и потом уже смело ходить весь год и не волноваться о своем здоровье. Итак, вначале и давайте же сейчас узнаем погоду на сегодняшний день. Прогноз погоды на 29 октября. В карауле ясно, днем плюс 15, ночью плюс 7 градусов. В Абрала ожидается ясная погода, днем плюс 14, ночью плюс 5. В Бескарагае солнечно, днем плюс 16, ночью плюс 10 градусов. В Бородулихе ясно, днем плюс 15, ночью 10 градусов выше нуля. В Колбато без осадков, днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. В Кокпекте дождь, днем плюс 15, ночью плюс 3 градуса. В Ржаре ясно, днем плюс 14, ночью 3 градуса со знаком плюс. В Ахсуате ясно, днем плюс 17, ночью плюс 2 градуса. В Аягузе ожидается солнечная погода, днем плюс 13, ночью 5 градусов выше нуля. В Курчатове ясно, днем плюс 17, ночью 11 градусов со знаком плюс. В Усть-Каменогорске ожидается дождь, днем плюс 13, ночью 5 градусов выше нуля. В Семее ясно, днем плюс 17, ночью плюс 10 градусов. Вот такой вот прогноз погоды на сегодняшний день. Можно заметить, что заметно очень даже потеплело на улице. Солнце светит ярче и греет нас. Природа нас балует этой осенью. Но для тех, кто хочет завести питомца, например, собаку, сейчас самая рубрика от нашей маленькой юной коллеги Амины после хронографа. Ну а сейчас узнаем, чем же запомнился сегодняшний день в истории. В
1607 году Арман Жан Дю Плесси, герцог де Ришелье, защитил диссертацию в Сорбонне на степень доктора богословия. В 1863 году на международной конференции в Женеве основан Международный Красный Крест. В 1900 году родился Александр Александрович Реформатский, российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, один из представителей Московской фонологической школы. В 1924 году появился на свет Айтмухаммед Абдуллаевич Абдуллин, геолог-поисковик, доктор геолого-минералогических наук, профессор-академик Национальной академии наук Республики Казахстан. В 1949 году в Усть-Каменогорске основан Ульбинский металлургический завод, входит в состав Национальной атомной компании «Казатомпром». В 1972 году родился Дмитрий Анатольевич Скирта, казахстанский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист Республики Казахстан. В 2000 году футбольный клуб столицы Жены стал чемпионом страны по футболу. В 2012 году Microsoft представила мобильную операционную систему Windows Phone 8, второе поколение операционной системы Windows Phone от Microsoft. Құрметті көрермендер, бүгін бізде біздің бағдарламамыздың тақырыбы аурудан еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде. Бүгін бізде қонақта дәрігер Мұхтарова Ботагөз Назарбекқызы. Сәлеметсіз бе, Ботагөз? Жалпы күніңіз қалай, бүгінгі күнді қалай бастадыңыз? Жақсы, рахмет. Жалпы аурудан еміз дегенше ауырмаудың жолын іздеп, бүгін сіз өзіңіз емдейтін, жалпы көп кездесетін туберкулез ауру туралы айтпақшы болып тұрсыз. Ең алғашқы кезеңде ол ауру қалай байқалады, қандай симптомдар болады ең алғашқы кезеңде айтып берсеңіз? Енді қазір туберкулез ауру әлеуметтік ауру деп жатамыз. Бұл әлемде жұқпалы ауру, бұл әлемде өте кең тараған аурулардың жұқпалы аурулардың бірі. Бұны 1982 жылы неміс ғалымы Роберт Кох анықтаған, және оның жұқпалы екенін дәлелдеген. Бұл туберкулезге келетін болсақ, бұның алғашқы белгілері жөтел, екі аптадан жоғары жөтел, дене қызуының жоғарылауы, кешкі уақытта тершеңдік болады, кеуде клеткасында ауру, дене қызының көтерілуі, және қан түкіру болады. Осы белгілер біреу немесе үшеу болған жағдайда өзіңіздің мекен жай бойынша дәрігерге қаралып, уақытында ем алған дұрыс болады. Ал оның алдын алу шаралары қандай болады? Енді бұл туберкулез жаңа айтқандай, өкпе және лимфа бездерінде өзіне тән ерекше бір қабыну белгілері бар ауруға болып табылады. Бұл тек қана өкпе жолдарын емес, және де басқа да органдар, бас, ми және ми қабаттарын, сүйекті, бүйректі, теріні және де көзді зақымдауы мүмкін. Және көзді зақымдауы мүмкін. Алайда өкпе туберкулезі ол жиі кездесетін түрі. Және өкпе жиі кездеседі. Жұқтырудың негізгі жолы бұл ауа тамшы арқылайы. Негізгі көзі ауру адам болып табылады. Және ол, яғни ауру адам болғанда да ашық түрімен ауыратын, микобактерия бөлетін сыртқа сол ауру болып табылады, науқас адам болып табылады. Ауа тамшы арқылы бір адамнан бір адамға жұғады. Және де жұғады сол қоздырғыштар. Бұл туберкулез қоздырғышы өте төзімді, қышқылдарға, жаңа спиртке өте төзімді. Және ол қоршаған ортада ылғалды, тозаңданған жерлерде жылдар бойы жата береді. Және ол организмге түскеннен кейін, организмдер, иммунитетті, мен адамдар. Енді бізде қоршаған ортада ол микобактер, туберкулез бәр жерде бар. Бізде ол адам организмге түскенде жаңа иммунитетті, мен адамдар дейміз, толыққанды тамақтану болмаған жағдайда. Жиі ауыратын адамдарда бұл ауру өршуі мүмкін. Ал осы туберкулезбен жиі кездесетін адамдар, олар қандай өмір салтын қалай ұстанады олар? Салауатты өмір салтын әлде қалай айтсам, лас жерде тұрып, дұрыс тамақтанбай жүре ме? Және де салауатсыз өмір салтын ұстанатын кісілер көп кездеседі ме деген? Жаңаға айтқанда бұл алғы толық құнды тамақтан баған жағдайда дейміз, үйдің үшін сырыс дейміз, ұлғалды болған кезде, және де ұлғалды болғанда шаң тозаң болған жерлерде көбінесе жақсы туберкулез ауру өршейді. Және
Так, бұл енді алдын алу үшін салауатты өмір салты дейміз. Жаңа денені шынықтыру керек, дұрыс тамақтану керек, уақытында ұйықтау керек, таза ауада серуендеу керек, су процедураларын жасау керек, енді организм шынықтыру үшін. Жеке бас гигиенасы дейміз, қолды жуу, үнемі айтамыз, қолды жуу керек. Және ыдыс, жеміс-жидектерді жуып жеу керек. Және жеке бас гигиенасы, және де тамақтану, толық тамақтану дейміз, енді онда ет тағамдарын, сүт тағамдарын және көкөністерді көп мөлшерде қолданған өте дұрыс болады. Жөтел этикетін сақтау керек, ауыратын адамдар. Маска киіп жүру керек, ауызды жауып жөтелу керек, оны балаларды мектептен бастап үйрету керек. Және де тағы бір профилактикалық түрі бұл туған кезде нәрестелердің 2-3-4 күні БЦЖ вакцинасы дейміз, соны салғызу керек. Және бірінші сыныпқа барған балаларда осы ревакцинация жүргізеді. Және де бір алдын алу түрі бұл жыл сайын жылына бір рет 15 жастан жоғары үлкен кісілер флюорографиялық тексеру өтіп отыру керек. Жыл сайын? Жыл сайын, жылына бір рет. Ал көбінесе осы туберкулез ауруына қандай адамдар шалдығады? Ол кішкентай балалар ма, ересек адамдар ма, әлде қария кісілер көп болған? Енді бұл жаңа айтқандай иммунитет төмендетіп жас балаларда болуы мүмкін. Және де жасөспірімдер, подростки дейміз ғой, сол кезде және қарт адамдарда жиі кездеседі. Және бұған әкелетін, енді басқа адамдардың ішінде факторларға келетін болсақ, нашақорлық, маскүнемдік, темекі шегуде бір себебі болып табылады. Және қосымша аурулары бар дейміз ғой, қант диабеті, асқазан жарасы ауруы бар науқастарда. Және өкпенің созылмалы, хронический бронхит дейміз, созылмалы ауруы бар науқастарда да жиі кездесуі мүмкін. Бір себебі болып табылады бұл аурудың тууына. Ал егер біздің жанымызда жүрген адамның туберкулезбен ауырғанын біз қалай байқай аламыз? Ол әрине ол жөтеледі, бірақ ол бірден байқалмайды ғой. Және ашық пен жабық туберкулезді біз қалай ажырата аламыз? Енді ол сіздер оны ажырату мүмкін емес. Енді ол кісіде бір жерінде ауру белгісі тұрмайды ғой. Жөтел болуы мүмкін, жөтел әр адамда да болады. Енді бұл туберкулез өте ұзақ даму, процесс өте ұзақ. 8 күннен 11 айға дейін білінбей жүруі мүмкін организмде. Ол өршіген кезде, сол 11 айдан кейінде клиникасы көрінуі мүмкін. Сондықтан біз оны айтып анықтап, сен мына кісі ауырады, мына кісі деп жан-жағымыздан біле алмаймыз. Онда адам жөтелген кезде бірден дәрігеріне уақытында қаралып, сол флюорографиялық или рентгенографиялық тексеру өту керек. Және ары қарай тиісінше емін алу керек. Енді осы анықтау жолдарына келсек, бұл енді 14 жасқа дейінгі балаларды туберкулин тері сынамасы, манту дейміз, соны жыл сайын жасап отыру керек. Бұны енді мектеп өздері жоспарлап, балаларды сол арқылы тексеріп отырады. Екінші түрі бұл жаңа флюорография немесе рентгенографиялық кеуде клеткасын тексеру. Және де үшінші түрі енді осы ауру белгісі болған жағдайда қақырық анализін екі реттік тексеру. Негізі диагностикалық несі осы болып табылады. Жалпы туберкулездің алдын алу шаралары туралы және қалай емделу керектігін айтып берді. Енді адам емделген соң, науқас емделген соң ол қандай ережелерді ұстануы керек? Так, осы туберкулезбен ауырған науқастар бізде тубдиспансерда ем алады. Өзінің уақытымен 2 ай, 4 айға дейін емдер алып жатады. Және де осы ем алып болғаннан кейін ол кісі бір жылдай сол туберкулездік диспансерда есепте болады. Өздерінің уақытымен жалпы қан анализдері, қақырық анализі, флюорографиялық тексерулерді әр уақытымен өзінің өтіп отырады. Және осы бір жылдан кейін біздің общий емханаға есепке тұрады. Как остаточный изменение дейді, R+ деп айтамыз, сол топта есепте тұрады. Және ары қарай осы топтағы науқастар жылына 2 рет флюорографиялық тексеруден өтіп отырады. Енді жаңағы сақтануды айтатын болсақ, енді ары қарай ем алып болғаннан кейін жаңағы профилактика сияқты уақытында тамақтану, нашақорлыққа бармау, темекі шекпеу, зиянды әдеттерден арылу, салауатты өмір салты дейміз. Организмін шынықтырып, толыққанды тамақтанып, жаңағыдай айтқандай сақтанып жүру керек. И сол флюорографиялық тексеру жылына 2 рет өтіп отыру керек. Сонда емделгеннен кейін адам өзін күтіп, өзін өз қолында. Келгеніңіз үшін рахмет сізге, өзіңізге денсаулық тілеймін. Және де науқастарыңыз аз болсын.